Всем привет! Если ты молодой, перспективный и любишь свою специальность, на которой ты учишься, либо хочешь освоить вторую профессию, тогда тебе будет интересно, что такое WorldSkills. WorldSkills – это мировое движение молодых профессионалов, которое охватывает 82 страны. Россия вступила в данное движение в 2012 году. На сегодняшний момент заявлено 178 компетенций. Что такое компетенция? Это наша с тобой профессия, которую мы получаем в вузе либо в колледже. Также Россию поддерживает 166 компаний, такие как Роснано, Росникель, Газпром, Министерство и правительство. Также вступило в движение WorldSkills 162 вуза. Итак, давай посмотрим, почему работает WorldSkills и как работает это движение. Во-первых, WorldSkills объединяет сообщество. Сообщество молодых профессионалов. Второе, WorldSkills – это чемпионаты. Чемпионаты молодых профессионалов. Также WorldSkills – это независимая экспертная оценка твоей компетенции. И WorldSkills – это независимые партнеры. Давай посмотрим, чем отличается чемпионат WorldSkills от спортивного чемпионата. Представим, что у нас спортивный чемпионат по фигурному катанию. Что делает наш конкурсант? Выходит и показывает свои навыки, свои умения, как он может выполнять те или иные элементы. Кого оценивает нашего конкурсанта в чемпионате? Конечно же, жюри. Они ставят оценки. В чемпионатном движении WorldSkills система такая же. Например, вы выходите на площадку и показываете свои навыки и умения. Не тому, чему вы научились, а тому, что вы умеете делать. Вас также оценивают эксперты, экспертное сообщество. На сегодняшний момент в Башкирском государственно-педагогическом университете есть 30 сертифицированных экспертов WorldSkills по разным направлениям. Также в Акмулинском университете у нас обустроены 10 площадок, 10 компетенций заявлены. Поэтому любой из вас может выбрать ту или иную компетенцию. Ну, например, у нас есть очень хорошая площадка по дошкольному воспитанию. Есть оборудованная площадка по учителю начальных классов. Есть также площадка по компетенции учителя музыки. И таких 10. Дальше. Что можно сказать про WorldSkills? Например, вы выбрали специальность себе, ту компетенцию, которую вы хотите освоить, либо хотите более углубленно получить. Итак, я вам говорила, что у нас 178 таких компетенций, соответственно, 178 специальностей, которые мы можем заявиться. Что еще нужно знать для того, чтобы вступить в наше сообщество WorldSkills? После того, как вы выбрали ту или иную компетенцию, вы берете чемпионатное задание и знакомитесь. Я вам приведу пример на компетенции «Дошкольное воспитание». Дошкольное воспитание. В дошкольном воспитании существует 5 заданий, которые вы должны продемонстрировать в мастерской. Ну, такие как, например, это демонстрация фрагмента занятия, работа с детьми, организация совместной деятельности с ребенком, дидактическая игра, работа на интерактивном оборудовании. Ну, например, это интерактивные доски, интерактивные столы, также это лего-конструирование. Все это вы можете отработать в нашей с вами мастерской. Дальше, после того, как вы получили и ознакомились с данным заданием, конечно же, вам нужен тренер. Как любому чемпиону, как любому спортсмену, нужен тренер, который вас будет тренировать. Здесь у нас выступают наши компатриоты. Я еще раз скажу, что в нашем Акмулинском университете более 30 сертифицированных экспертов WorldSkills по разным компетенциям. Также и на кафедре дошкольной педагогики тоже существуют свои эксперты, которые могут подготовить вас к чемпионату. Следующий наш шаг – это какой? Представим, что вы выучили все задание и вы готовы к чемпионату WorldSkills России. Следующее, что нам нужно с вами сделать – это первое –
пройти отборочное соревнование в нашем вузе. ВУЗ. Когда вы проходите отборочное соревнование в нашем вузе, то есть вы показываете среди своих, кто тоже заявился и кто также хочет стать и войти в движение WorldSkills, вы с ними соревнуетесь, с вами коллегами, с вами студентами, либо с коллегами, студентами других кафедр. Вы прошли также где-то в таком же вузе, например, в Челябинске, тоже проходят такие же соревнования. И лучшие из Челябинска, лучшие из нашего вуза, лучшие, например, из вуза Оренбурга тоже проходят такие же чемпионатные соревнования. Как раз вы представитель нашего вуза, представитель Челябинского вуза, представитель Оренбургского вуза, вы организуете сообщество. Сообщество профессионалов дошкольного воспитания. Как вы думаете, какой следующий шаг? А следующий шаг, вы будете представлять данную компетенцию, которую вы уже прошли внутривузовского чемпионата, на полуфинале в России, на полуфинале. Город определяет союз WorldSkills. Ежегодно проходят полуфиналы и финалы по всей России. Давайте посмотрим фотографию. Это молодые профессионалы, которые показывали себя на полуфинале. И, конечно же, кто-то один поедет на финал. Вот таким образом у нас происходят эти чемпионаты. Торжественное открытие, все как у спортсменов. Приезжают представители регионов, представители стран, представители мира. Ну и вот здесь вот я хотела бы вам показать, что на сегодняшний момент, если раз уж я приводила пример по компетенции дошкольного воспитания, какие у нас имеются мастерские в Акмулинском университете. Таким образом у нас проходят чемпионаты. Это очень интересно. Поэтому я думаю, что если ты хочешь побывать на чемпионате, посмотреть и посоревноваться, то обязательно должен выбрать для себя компетенцию. Вся полезная информация находится на сайте WorldSkills. Все компетенции представлены. Также представлены компетенциям технические описания заданий. Ну а компатриот и тренера также можешь выбрать сам себе. В завершение я хотела бы обратить внимание, что это мировое сообщество, это поддержка вас, молодых специалистов. Вы можете себя проявить не только в регионе, не только в городе, но и во всей России. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас видео со стороны, как это происходит. Никто не верит, что Россия может. Я просто сломала историю. Россия! Россия! Все ребята полностью оправдали ожидания. Все ребята. Одного. Просто такие эмоции. Это на всю жизнь. Чистый восторг, я не знаю. Не верится, долго к этому шли. Потому что это было очень сложно.
Казань. Вы сейчас посмотрели видео и заметили, как это круто, как это захватывающе, какие молодые, какие чемпионаты проводятся у нас в России и мире. Поэтому, если ты хочешь стать частью команды, частью нашего сообщества, присоединяйся к нам, записывайся в мастерские, будь в тренде Акмулинского университета. Мы рады видеть каждого. Пока!